Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировстат снова фиксирует рост цен. После январской небольшой дефляции стоимость товаров и услуг пошла вверх за месяц на 0,3%. Тарифы на услуги населению за месяц выросли на 1,5%. Отмечено повышение стоимости жилищных услуг, туристических путевок в ряд стран, учебы в автошколах и ветеринарных услуг. Продукты подешевели на 0,1%. Самое большое снижение цен произошло на помидоры и огурцы – 12%. Дешевле стали яйца, орехи, подсолнечное масло, но подорожали лимоны, картофель, морковь, лук, сыры, окорочка на процент от 4 до 7,5%. Непродовольственные товары за месяц подешевели на 0,1%. На это в основном повлияло снижение цен в таких группах, как радиотовары, средства связи, персональные компьютеры. Программа «Экономика». Васильев назначил ответственного за расходование миллиарда на дороги. На сайте правительства Кировской области опубликовано постановление о распределении межбюджетных трансфертов на развитие транспортной инфраструктуры. Федеральный бюджет на это выделяет региону 1,125 млрд рублей. Средства будут распределены между тремя городами. Кирово-Чепецк получит более 26,5 млн, Слободской – 95, Киров – чуть более миллиарда. Контроль за выполнением постановления возложен на исполняющую обязанности зампредседателя Кировской области Ольгу Куземскую. Экономика на 101FM. Далее информация от наших партнеров. Поиск профессионалов при ведении бизнеса становится все проще. Аутсорсинг помогает многим руководителям решить вопрос с качественным выполнением непрофильных задач. Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг, рассказывает руководитель фирмы «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Бухгалтерский аутсорсинг – это передача функций или части функций бухгалтерии сторонней организации, которая может профессионально оказать данные услуги. Что является преимуществом бухгалтерского аутсорсинга? В первую очередь эти фирмы несут финансовую ответственность, что прописывается в их договорах. Вторым немаловажным преимуществом и самое, наверное, главным является качественное ведение бухгалтерии, поскольку данные организации ориентированы на предоставление подобного рода услуг, и в их компаниях работают исключительно профессионалы своего дела. Услуги нашей фирмы ориентированы на предприятия с любой организационно-правовой формой и различными системами налогообложения. Подробное описание услуг фирмы «Бухгалтер и я» можно найти на ее сайте в интернете и получить по телефону 24 70 79. «Бухгалтер и я» – опыт профессионалов для вашего бизнеса. Экономика. В завершение курсов валют на сегодня: доллар 59.11, евро стоит 62 рубля 84 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.